Передаю привет Никите Французанову, передаю привет Лукасу Карбонату, передаю привет Майку Солеру. Если вы хотите, чтобы я вам также передал привет, пишите ваши ники, желательно на русском, в комментарии под видео, и в следующей серии я обязательно передам вам привет. Ну что ж, а мы продолжаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Эрнесто. Я продолжаю играть на шоколадном сервере Адванса. И сейчас я, значит, приехал на призыв, в ВВС идет призыв. Так, я сейчас в военкомат прибыл. Так, походу сюда нам надо, да? Сейчас у нас будут, наверное, РП-термины спрашивать. Кстати, что у меня там по законке? 43, ну, должны принять. Вроде бы. Ладно, что, ждем. Итак, ребят, вот подошла наша очередь. Добрый. Так, ваш паспорт и лицензии. 161. Ёб твою мать, я же лицензии не купил. Сейчас скажет негоден, смотрите, ребят. Хорошо, хорошо. Так, да, меня все-таки так. СМС 849, 840, блин, 849, да ёба. 849, ТК, кил своих, так, МГ. Передача, вот. Короче, вот так вот. И так, и что там еще было? ДБ. Kills авто. Вот так. Вот так давайте ему отправим. Вроде все правильно. Хорошо, говорит. И что дальше? Что такое Steam? Что такое Steam? Ну блин, ну я бы сказал, ну ладно. Название напитка. Неправильно. А это он типа проверяет. Ну ладно. Я знал, что меня проверяет хитрожопый петух. Ну ладно, не петух, а просто хитрожопый. Ну я годен, бери меня, зая, я весь твой. Я буду служить тебе вечно и добросовестно, давай уже. Ну, Чарли Гудман, форма в руках, давай. Взял форму. Куда иди-то? Ох ты ж, ё-моё! Вот это поворот событий. Ну, бывает, что. С кем не бывает, в принципе, ребят. Так, а мы садимся в машинку. И едем, наверное, на базу ВВС, в принципе, или какую-то. Так, так, сейчас выставим, чтобы они чуть-чуть чуть-чуть удобнее мне было. Так, где у нас тут база? Что-то аннулируйте, уже тут всех увольняют, только зашли, уже всех увольняют. Так, здание, ой, ВВС, это у нас вроде, да-да-да, вот тут тоже где-то.
Так, нам надо объехать, наверное. Все на друг друга жалуются. Но это армия же. Так, это сейчас получается рядовой или кто там? Я не воровал, что вы несете. Холдин. А у меня патронов случайно нету? Жаль, 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 жаль. Так бы можно скиллы было покачать. Вот она, родненькая армия. Ребят, сколько я уже не был в армии, я офигеваю просто. Так, давайте, значит, как блатные, значит, пропишем команду. Садимся, короче, в машину такие модные. Понятно. Где моя машина, ребят? Короче, наверное, в армии делать нечего. Давайте все-таки съездим-то за правами. Съедем за профправами, короче, и чтобы потом не докапывались до нас. Так, у нас ВОВ где-то должна быть мэрия, это сзади. Ну, сейчас, в принципе, найдем. Так, ребят, я прибыл в мэрию. Профправа. Мне нужны профправа. Ну, биндер не включил, короче, понятно. Ну что, ребятки, давайте мне быстрее, я не могу ждать больше, мне нужны профправа. Я хочу опять спиздить вертолет и полететь на нем в ебеня. В принципе, как я люблю это делать. И потом, после чего меня почему-то увольняют. Странно, да? Ты такой ты не найдешь. Боже, какие школьники. Они даже правильно не могут написать слово. Просто мягкий знак. Ты упырок тупой. Напиши мягкий знак. Пожалуйста, я тебя прошу. Вот, хотя бы сейчас правильно написал. А не сейчас, блядь. Че тебе, вояка? Снимаю, снимаю, да. Привет тебе, Леонардо. Да, Айден какой-то. Интересно, вы это слышали? У меня в окне какой-то пидорас крикнул, эй. Ну ладно. Если не слышали, то ничего страшного. Стой, стой, все, арава фанатов бежит за мной. Просто надо сваливать отсюда. А, нет, это не... Скинь. Кого скинь? Кого? Ну, понятно, понятно все. Так, что сейчас поделать можно? Профправа у меня есть. Можно, в принципе, еще норму металла взять, чтобы потом еще взять. Ну и так далее, прокачивать скиллы потом, наверное, в следующей серии будем. Ну, может, еще до серии я прокачаю немножко скилл. Там видно будет. Так, значит, сейчас мы на базе своей. Так, получение брони. Так, и давайте возьмем металла. Все, 6 металла, 6 килограмм металла взяли. Так, а вот теперь как бы норму взять нам. Норму, наверное, никак не возьмешь. Какая шутка. На ютубе посмотри, там много стеллеров. Вот это шутечка. Плоский юмор. Просто от него оборжаться можно. Блин, ну что же делать с патронами-то? Вон, давайте хотя бы похаваем, что ли. А, его просто так есть, да-да-да, вспомнил. Гамбургер взяли, бутерброд.
Как вообще в рацию писать без определения или чё? Да, кстати, вот тоже тут кто-то спрашивает. Тайлер какой-то. Ну давайте нам ПТ, ё-моё. Заходим, короче, сейчас на склад, тут такой стоит патрон, и чел берет. Какая кража, вы тупые, тут вопросы все. Патроны можно брать, а металл нельзя. А сам взял вон три штуки. Какой он ранг? Томми. Он первый ранг. Кто выдаст? Кто выдаст? Ну да, короче. Пятнадцать патронов взял. Короче, думаю, можно закончить. Ладно, что потом, короче, ночью, наверное, возьмем, или когда норму дадут, я не знаю, посмотрим. Так что всем спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, свой царский лайк под видео. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам удачи и не забывайте писать ваши ники, чтобы я передал вам приветы. Всем пока.